Гэри Кон, советник президента Трампа по экономике, объявил об уходе в отставку. Американские биржи отреагировали на эту новость существенным снижением котировок. Кон выступал против планов Трампа повысить пошлины на импорт стали и алюминия. Пока неизвестно, кто сменит Кона. Его заместитель Джереми Катс ушел в отставку в январе. Генпрокурор США Джефф Сэшенс сообщил, что федеральное правительство подает иск в суд против штата Калифорния. Цель иска – отменить законы штата, препятствующие действиям федеральных иммиграционных агентов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Эфиопию, ставший первым пунктом его турне по странам Африки. Тиллерсон заверил, что США стремятся уменьшить барьеры в торгово-инвестиционных отношениях с Африкой. В штате Западная Вирджиния завершилась забастовка учителей, продолжавшаяся 9 дней. Учителя требовали повышения заработной платы. Конфликт удалось разрешить после того, как губернатор штата и законодатели приняли решение повысить зарплаты педагогам и чиновникам штата на 5%. На северо-восток США обрушился второй за неделю снежный шторм. Отменены сотни авиарейсов. Во многих городах закрыты школы. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания объявлено чрезвычайное положение.